Далее в эфире «Страна советов». Какие тренды в одежде этим летом и модные цвета? Оксана Васильева узнала у одного из нижегородских дизайнеров, что надеть на работу, в клуб и, конечно, на выпускной или свадьбу. Наконец-то наступило лето, его особенно ждем мы, девушки, ведь лето – это возможность надеть самые красивые наряды. Сегодня вместе с дизайнером мы узнаем, что же модно этим летом и в чем пойти на работу, в клуб или на свидание. А подбирать образы мне будет дизайнер Анжела Бегларишвили. Лето, пожалуй, единственное время года, когда офисный планктон может немного расслабиться. Мужчины, снимая тесные пиджаки, могут позволить себе отказаться от галстука, надеть рубашки с коротким рукавом или даже поло. А девушки могут позволить себе легкие платья, сдержанные, но, безусловно, красивые юбки и блузки. Тренды летнего сезона – сочные цвета – желтые, синие, зеленые. Что касается офиса – актуальные брюки с легким клеш и, конечно, юбки с завышенной талией. Анжела, расскажи, что за образ ты подобрала мне для работы. Вообще, в чем летом ходить на работу, чтобы это было и сдержанно, но все же модно и по-летнему? Данный образ превосходно впишется в рабочие будни. Очень подойдет молодой и амбициозной девушке. В данном образе представлена яркая цветовая палитра. Это желтый цвет и очень актуальный синий насыщенный оттенок. Юбка выполнена из мягкой кожи, что является актуальным в данном сезоне. Солнце-клеш и завышенная талия. Конечно, какое лето без ярких встреч с друзьями, прогулок по набережным, походов в клуб, кинотеатр, а также романтические свидания. Этим летом в моде различные принты – цветочные, клетко-геометрические и другие. Анжела, расскажи, какой образ ты мне подобрала и что вообще модно этим летом для похода в клубы, кафе, кинотеатры? Очень модно юбки и карандаши с завышенной талией, да и в принципе любой крой юбки с завышенной талией. Топы, блузы с укороченным низом. На тебе юбка-карандаш как раз с принтом леопардовым, но правда мультяшным, что, конечно, дает образу некую игривость. Что касается топа, то на нем вставки кружевные, дает романтичность образу и некую кокетливость. Лето – это пора свадеб. Даже если девушка не невеста, она все равно ломает голову, какой наряд надеть на свадьбу к друзьям, чтобы сразить всех наповал. А еще лето – это выпускные, когда каждая мечтает стать королевой своего выпускного бала в школе или университете. Здесь актуален как никогда романтический образ, струящееся платье в пол и красивые украшения. Просто мне подобрала. Яркое бирюзовое платье с рюшами на юбке и инкрустированное камнями Сваровски превосходно подойдет на любое вечернее мероприятие. В таком образе вы не останетесь незамеченными. Юбки пол выигрышно смотрятся на любых торжествах. Кружево, опять же, да, добавлю, что это является неотъемлемым элементом вечерней. Эксклюзивный образ для любого случая жизни вам создадут дизайнеры студии «Ателье Раконта», которая расположена в торговом центре Рио. Выбор тканей и фурнитуры, создание индивидуальных эскизов и пошив самой модной одежды, коктейльное платье, вечернее платье, а также пошив платья для прекрасных невест и одежда для детей. Все это в студии «Ателье Раконта» в ТРЦ «Рио», второй этаж.